С января мы принимаем звонки от наших телезрителей, жителей поселка Заозерное, а также работников предприятий и цехов, расположенных в самом конце улицы Южная, в районе пляжа на Элке. Дело все в том, что с начала этого года, без всяких объяснений и объявлений, убрали остановку в сторону Ленинградского. Люди вынуждены идут по бездорожью к ближайшим остановкам, нарушая ради этого правила дорожного движения. Вот и сегодня в нашей редакции раздался очередной такой звонок. Начальник расположенного на Южной 4 ремонтного цеха ГЖКУ Сергей Белошапкин сразу объясняет журналистам, что радеет не за себя, сам давно на работу добирается на машине, обидно за коллектив. У нас проблема, в принципе, одна. На сегодняшний день, это начиная, наверное, с прошлого года, как начали ремонт делать улицы Южной, асфальт перекладывать, капиталили дорогу, убрали пешеходный переход, пообещали также убрать остановку на противоположной стороне, чтобы добираться до стороны Ленинградского и 9-го квартала. Обещания свои сдержали. С января месяца не существует остановки как таковой. Людям предлагают добираться в сторону Ленинградского. Остановка на кондитерской фабрике, это метров 500-600 идти. И остановка в районе пищекомбината, тоже метров 400 идти туда. Но для того, чтобы добраться до этих остановок, нужно перейти дорогу. А чтобы перейти дорогу, нужен пешеходный переход. А его как такового в этом районе нет вообще. Как убрали, так и взамен ничего не предложили. И все эти удивительные дорожные нововведения только ради блага пешеходов и пассажиров. Это все ради их безопасности. Но на деле, а не на бумаге, с этими новшествами поездка до работы и обратно превратилась в настоящую муку для всех, кто вынужден пользоваться этой остановкой. В целях безопасности отсюда убрали пешеходный переход. А с января исчезла и остановка. И теперь людям, которые хотят отсюда уехать на Ленинградский, предлагается сначала перебраться вот по этому ухабу и дальше идти почти 600 метров по замечательному живописному русскому бездорожью. Правда, не всем это по вкусу. Но у тех, кто не готов через каждый шаг проваливаться по колено в грязный придорожный снег, тоже есть варианты. Их два. Либо делать крюк в обход поселка со стороны озера, либо, что чаще выбирают, идти к ближайшей остановке прямиком по проезжей части. Я понимаю, что вы делали карты безопасности, чтобы обезопасить движение, пешеходный переход был на безопасной участке на повороте. Но на сегодняшний день еще сделали, усугубили ситуацию, так сказать. Потому что народ начал уже без пешеходного перехода, им перейти нужно, они идут, безо всякого. Но чтобы на сегодняшний день перейти дорогу, извините, движение идет, особенно утром, час пик, и вечером, час пик, перейти невозможно. То есть люди идут просто-напросто накрапом. Сергей Александрович рассказывает, что из-за подобных мытарств его подчиненные опаздывать на работу, конечно, не начали, потому что дисциплина на уровне. Но выходить из дома людям приходится теперь на полчаса раньше. И это хорошо, если автобус вовремя подойдет. И заложниками этой ситуации стали не только работники ремонтного цеха. Проблема-то это не только ремонтного цеха. Здесь же, извините, на территории пищекомбината, на базе МЧС на сегодняшний день человек 100-120 работает. То есть помимо базы МЧС там еще есть и частные, и проект ДГК. То есть на территории много действующих предприятий. Да, и вот «Зебра». Ну, честно говоря, меня меньше всего волнует пляж, но тем не менее, это же нужно вперед посмотреть. Люди начнут летом ездить на пляж, как переходить. А это толпы народа. Да, толпы народа. Это еще хуже будет. Какое ведомство ответственно за сложившуюся ситуацию? В администрации нам однозначно указали на ГИБДД. Это они, мол, долго лоббировали перенос перехода и остановки. Правда, у дорожной полиции оказалась своя версия происходящего, которую изложить журналистам пообещали завтра. Поэтому тему мы обязательно продолжим. Сейчас коллектив цеха написал письмо на имя главы администрации Сергея Пешкова. Со своей стороны и мы, журналисты, после выхода этого сюжета отправим запросы во все инстанции. Потому что чью безопасность обеспечила ликвидация пешеходного перехода и остановки в этой зоне, существовавших здесь десятки лет, пока, к сожалению, непонятно. Лариса Мельниченко, Андрей Васильев, Информэкспресс.